Он мне сказал, что у меня есть информация, что ты выпадешь из окна сегодня ночью. Право нужно не для того, чтобы в мире возник рай, а для того, чтобы до поры до времени ад не возник. У нас был случай, человека осудили на смертную казнь за убийство девочек в населенном пункте, в котором он вообще ни разу не был. Он пошел убивать людей, стал серийным убийцей для того, чтобы вот привести себя в порядок. Конечно, принцип жестокости в России, в конце концов, нужно принципом неотвратимости заменить. Это же не Тарантино. Крашенинников Павел Владимирович. Я сейчас работаю председателем комитета по государственному строительству и законодательству в Государственной Думе. Правда ли, что в юности, чтобы прокормить семью, вы стали оказывать частную юридическую помощь, арендуя помещение в универсаме? А чем именно вы занимались? Ну, я учился в Свердловском юридическом институте. Это есть такой замечательный вуз, один из самых влиятельных в юриспруденции. Это сейчас город Екатеринбург. И там около Кировского гастронома, это очень известный на Урале, было такое помещение, которое мы взяли, и стало это называться юридическая помощь. Были такие центры при горкомах комсомола, где можно было, ну, что-то, в общем, творить, это 80-е годы. И мы на самом деле вот на третьем, на четвертом курсе вот создали, я сам написал положение, пришел к нашим комсомольцам, говорю, вот так и так. Я их уже знал, потому что до этого ездил в стройотряды, знал этих ребят. Говорю, вот мы хотим с товарищами это делать. Ну, разрешили, и мы оказывали юридическую помощь. Сейчас это невозможно было бы, потому что существует адвокатура и так далее, а мы еще без высшего образования. Мы просто вот пришли и стали оказывать вот такую юридическую помощь, платную. Мы очень добросовестно к этому относились. Получали, ну, относительно небольшие деньги, но, в принципе, с учетом того, что я еще сторожил в магазине в это время еще и писал книги, это, в принципе, содержало семью неплохо. У меня уже двое детей было тогда. Вы учились, в частности, у будущего генпрокурора России Юрия Скуратова. Как складывались ваши отношения? Мне повезло с учителями и по жизни. Что касается Юрия Ильича, который у вас был в программе, я видел эту передачу, то он у меня учил советскому строительству. И в группе он мне одному только пятерку поставил. Вот он был хороший преподаватель и много чего знал, и с ним было приятно общаться. Это был, в общем-то, я думаю, профессорский этап в жизни у него был очень хороший. Вам же и поработать вместе пришлось. Мы работали, взаимодействовали, да, в антимонопольном. Мы проводили совместные с прокуратурой проверки. В том числе была замечательная идея про Курский губернский банк, в скобочках КГБ. Вот, и мы проводили проверку. Он мне, например, прислал... тогда не было телефонов таких. Он мне прислал, значит, через одного человека информацию, срочно мне позвони. Вот когда мы проверяли Курский губернский банк, и я ему позвонил, он мне сказал, что у меня есть информация, что ты выпадешь из окна сегодня ночью. Вот. Поэтому мы уехали из Курска. Там был известный человек, возглавлял Рудской. Вот, Курск, вот, я не знаю, причастен он к этому или нет, надеюсь, что нет. И, в принципе, мы в другой регион уехали, и, в принципе, проверку довели. Затем этот указ в чем заключался? Что возник Курский губернский банк, первое. Второе, все счета государственные и муниципальные должны идти только через него. Ну, представляете, такая. Вот. Мало того, что КГБ, плюс ко всему, я думаю, что все были там в шоке, включая чекистов, включая, так сказать, все учреждения и так далее. Ну вот мы таким способом, он меня тогда, наверное, даже и спас. А мог ли Ельцин предотвратить дефолт 98 года? И не его ли это вина? Ведь, по словам уже упомянутого Юрия Скуратова, в этих событиях большую роль сыграла дочь Ельцина, Татьяна Дьяченко. Я не думаю, что вот эти все чеки, или как там они назывались, это все уже нарастало, и в 98 году уже было, надо было просто как-то контролируемо разбивать эту ситуацию. Я бы вот в данном случае Юрия Ильича как эксперта бы независимо не рассматривал. У него в данном случае есть, конечно же, обида, она понятная, но говорить про эти вещи, я думаю, что это он зря сделал.
Нет никаких доказательств, я во всяком случае об этом и в силу предыдущей профессии, и в силу этого, это, конечно, история, которую надо бы доказать, либо не говорить вообще. Можно ли сказать, что именно коррупция привела к дефолту? Я думаю, что это, если об этом говорить, то, наверное, если об этом скажу, то я скажу, что коррупции не было. Это, конечно, была. Но говорить о том, что вот только одно это явление привело, не знаю. Я думаю, что нет. Я могу сказать вот про приватизацию. Ну, да, там были в том числе истории, которые юридически были, ну, неправильные. Вот залоговые аукционы. Я, например, когда мне приходил один из руководителей, так сказать, этого приватизационного комплекса, если так можно назвать, Альберт Рингольдович, подписывать, я написал, что я говорю, что я не могу это подписать, этот указ завизировать, вот, потому что он, ну, противоречит там гражданскому законодательству и так далее. Он говорит, напиши, что хочешь. Я написал, противоречит Конституции. Ну, тем не менее, указ вышел после этого. Понятно, что он с точки зрения права был, никуда не годился. С точки зрения экономики я не могу оценить, потому что у меня мозгов не хватает посчитать и посмотреть, как это с точки зрения экономической. Правовая, да, история была плохая. Сергей Степашин говорил, что вы ушли из Минюста, потому что отказали Ельцину, который хотел запретить КПРФ. Это правда? Ну да, это правда. Это в чистом виде правда. И была история, которая... Ну, во-первых, он мог ночью позвонить. Прям по прямой домой, по городскому, кстати говоря, телефону. Вот, и спросить, как там с Компартией дела. Потом было несколько поручений устных. Вот. И потом Борис Николаевич, кстати, как, видимо, любой партийный руководитель того времени, считал, что поездки за границу – это какая-то, ну, я не знаю, награда, что ли. Хотя за границей надо всегда, ну, пахать и отстранять, и отстаивать интересы страны. Я к чему это говорю? Потому что вот был такой помощник у него, Приходько, небезызвестный. Вот, и он мне все время звонил, вот у тебя написано, допустим, нам надо было договор с Америкой подписывать по поводу правовой помощи. Вот, и он все время, ему все загранкомандировки показывали, кто куда едет. И он все время красным карандашом ставил вопрос и писал КПРФ. Ну, то есть он мне все время вспоминал про это КПРФ. И, ну, в общем-то, как-то мы этот вопрос с ним обсуждали, и, ну, периодически тема уходила. Ну, вот здесь как-то... Так условно он меня позвал на 12, он меня позвал за полчаса. И вот как раз он сказал, что будем запрещать Компартию туда-сюда. Я ему стал... Это было, кстати, на камерах, вы можете поискать. НТВ особенно показывало это. Потом все это сняли. Все это сняли с эфира. Вечером уже не было в новостях. Вот. И он позвал журналистов, которые пришли на вручение какого-то штандарта куда-то там кому-то. И он им говорит, что, знаете, зачем я позвал вас? Они говорят, ну, Борис Николаевич, наверное, выборы какие-то или еще что-то. Они говорят, нет, сейчас будем лицензию Компартии забирать. Вы же, получается, спасли коммунистов. Зюганов понимает, что он у вас в долгу. Он иногда вспоминает это, но надо сказать, вот спасибо, что спросили. Он совсем недавно с трибуны сказал, что сразу после встречи я ему позвонил. И типа рассказал всю эту историю, но было не так, потому что как только встреча закончилась, мы, ну там по протоколу надо с руководителем администрации поговорить и так далее, и так далее. Поэтому я пока ехал в машине, уже по НТВ и, по-моему, еще какой-то канал показали, первые НТВшники показали. Я не рекламирую, просто говорю. Вот, и это уже показали, поэтому я, ну, в этот же день вечером, конечно, с Геннадием Андреевичем мы поговорили. Но не так, что я ему там ябедничал, что ли. Нет, конечно, такого нет. Я лично к коммунистам не очень хорошо отношусь. Вот идеология разная у меня, например, мышление. Но ситуация, дело же не в них, а в том, что оно нарушается, во-первых, закон, а во-вторых, последствия этого нарушения были, ну, такие, достаточно тяжелые. Для коммунистов последствия понятны, а для вас? Вы же пошли наперекор самому президенту. Вот такой выбор был. Конечно, выбор был понятен. Для юристов он был понятен. Ну и это оказалось
Последняя встреча личная, да. Как с президентом, потом мы встречались после. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы могли бы нарушить, но эти нарушения повлекли бы очень тяжелые последствия. Потому что вспомните то время, в конце 90-х, вполне они могли вывести народ. Это раз. Суды бы, может быть, была бы история такая, что, может быть, бы они и выиграли суды. Я лично сильно сомневаюсь, потому что все-таки эта история, ну, такая, грубейшее нарушение. Поэтому проиграли бы суды и ничего бы не решили, только бы было бы народное возмущение. Причем не только коммунистов, но и других людей. Вот это важно. Вот это самое важное. В 99-м году, когда Путин стал исполняющим обязанности президента, вас в правительство не взяли. Вы думали тогда, что это конец вашей карьеры? Ну, меня больше интересует профессиональная карьера, а юридическая. И я не знаю, я имею право говорить или нет, но я с Владимиром Владимировичем встречался после этого, и мы разговаривали. И я тогда сказал, что я бы хотел законодательной работой заниматься. И, в принципе, я пошел на выборы. Как раз было удачно, выборы начались. И я в сентябре включился в кампанию, я вошел в Союз правых сил. И был 4-м номером и избрался. Тогда вы были в Союзе правых сил, а потом перешли в Единую Россию. Почему вы изменили свои политические взгляды? Ну, все меняется. Я хочу сказать, что, в принципе, в Единой России нет такого, что вот, как вот иногда. У нас есть заседание фракций или заседание, ну, вот в самой Единой России, не публичное, особенно фракционное. Я думаю иногда, что хорошо, что туда журналистов как-то не очень пускают, потому что там споры идут достаточно серьезные. И, конечно, правовые вещи тоже лучше доказывать изнутри. И, в принципе, у нас была история какая. Вот мы тогда в 99-м прошли, Кириенко тогда возглавлял список. Дальше в следующий заход СПС не прошло. Я прошел по одномандатному округу, вот, и, ну, мне сразу предложили перейти в Единую Россию. Ну, наверное, можно сказать, Слава Сурков, он мне говорит, что, ну, почему ты не хочешь, я говорю, что если я буду заниматься, я и так могу пригодиться. Он говорит, ну, а когда к тебе можно, так сказать, по этому вопросу обратиться? Я в шутку ему сказал, давай через год. Вот, и он ровно через год... Вот прям в день позвонил мне, он говорит, год прошел. Я говорю, ты про что вообще говоришь-то? Он говорит, вот год прошел, давай иди, и мы тебя будем поддерживать, и ты их поддержишь, и все такое. Ну и, в общем, я пошел, и я считаю, что у нас там хорошая команда. Понятно, что она неоднородная, но в этом, и, может быть, и плюс есть. Потому что есть разные люди с разными мнениями, мы обкатываем разные идеи, обсуждаем, вот у нас... Я был участником, в том числе, программ партийных, и надо сказать, что сам воспринимаешь то, что коллеги, там, в том числе экономисты там, и так далее, дают. Ну и сам предлагаешь, это тоже воспринимается. И с этой точки зрения правительственная фракция не так и плохая. Вот. Из своих бывших однопартийцев вы часто упоминаете Кириенко, иногда Хакамаду, но никогда Бориса Немцова. Почему? Он запретная фигура? Мы с ним дружили вполне себе, и мы когда готовили, ну, у нас есть два самых важных документа в любой стране, это Конституция и Гражданский кодекс. Вот, и мы когда готовили Гражданский кодекс, это еще где-то середина 90-х, и ну, я был, как уже было сказано, возглавлял управление гражданского экономического законодательства, и мы тогда смотрели регионы, где лучше... Ну вот, обкатывать. И, конечно, мы Нижний Новгород выбрали. И мы вот, я тогда, вот, по-моему, в 94-м году или в 93-м познакомились мы с Борей тогда. И так у нас были отличные отношения, очень хорошие. Мы общались и до определенного момента. Но потом как-то так получилось, что ну, не стали мы общаться. Боря написал там книжку одну и написал какие-то вещи, которых не было. Ну, он немножко их передергивал, он и в разговоре у него это было. Но я не хочу, он светлый человек, великий. И, я просто, ну, как, ну, замечательный человек. Мы с ним очень много сделали. И, ну, так вот получилось, что на каком-то этапе у нас такие отношения не очень стали хорошие. Вы хотя бы раз приходили к мемориалу Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту? Пока не готов я к этому, пока не готов, да. Почему вы столь ярый и последовательный противник смертной казни?
Ну, такая тяжелая тема. Спасибо, что сказали. Я думаю, что, в принципе, она не популярная, эта история. Но даже вот на выборах я об этом говорю и стараюсь убеждать людей. И, знаете, иногда получается даже. Вот, например, говорят, вот столько-то, столько-то. Я говорю, самый простой способ, как в человеке, который за смертную казнь, посеять сомнения. Говорю, ну вот, поднимите руки, кто за смертную казнь. Ну, допустим, поднимает там 90%. А спрашиваешь, а полностью ли вы доверяете там правосудию? Задаю вопрос. Дальше. История похожа, кстати, во многих странах. Это вам в любой стране примерно так же будет. Вот. Дальше вопрос судебной ошибки, так ведь? Вот. Первый вопрос судебной ошибки, который, конечно, делает так, что вернуть человека невозможно. И таких судебных ошибок было у нас навалом. И эти судебные ошибки людей ну, просто уничтожают, а потом выясняется, но вернуть это уже невозможно. Это первое. Второе, иногда говорят, что смертная казнь очень сильно влияет на криминогенную обстановку. Ну, абсолютное вранье, не влияет. А наоборот, если человек знает, что его убьют, он будет за собой трупы оставлять и оставлять. Причем эти исследования, вот у нас в Советском Союзе, эти исследования просто были запрещены. У нас было очень много исследований и наших, дореволюционных, и были исследования за рубежом, и было очень много, ну, наверное, там, 17 века их очень много, таких исследований. Знаете, я вот был назначен представителем президента по вот этому документу по отмене смертной казни. Вот мы, когда присоединялись в Совет Европы, входили, там была соответствующая, так сказать, соответствующий документ. Вот я очень долго думал, с кем мне, может быть, посоветоваться надо по поводу этой смертной казни. И тогда я вышел на Дмитрия Сергеевича Лихачева. Я говорю ему, что вот давайте встретимся. Он говорит, а какая тема? Он уже был тогда пожилой человек. Вот. И я говорю, смертная казнь. Он говорит, приезжайте. Все, я приехал к нему в Санкт-Петербург. И он рассказал следующую историю. Значит, когда его отправили на Соловки, с ним сидел бывший палач. Вот. И он исполнял смертные приговоры. Ну, каждый день по несколько человек убивал. Вот. Дальше, вот Дмитрий Сергеевич рассказывает. Дальше там был период, когда смертную казнь вроде как отменили, а его уволили. Вот. И за что он сел? Не за то, что применял, а за то, что он вышел и понял, что он там одну неделю промучился, вторую, третью. У него потребность была убивать людей. И он пошел, была вот такая, да, вот такая мания была. И, в общем, он пошел убивать людей для того, чтобы вот снять вот это напряжение. И вот стал он убивать, стал серийным убийцей для того, чтобы вот привести себя в порядок таким способом. Вот он, Дмитрий Сергеевич, с этим человеком сидел вместе. Вот он рассказал. Вот он очень много причин, почему он против смертной казни, но одну из причин, как говорится, он в конце вот мне эту рассказал. У нас был случай, человека осудили на смертную казнь за убийство девочек в населенном пункте, в котором он вообще ни разу не был в жизни. Понимаете? Конечно, принцип жестокости в России, в конце концов, нужно принципом неотвратимости заменить. И, наверное, это было бы, наверное, правильно во всех отношениях, в том числе к смертной казни. Исходя из недавно опубликованного видео из тюрем, еще неизвестно, что лучше – долгие пытки или быстрая смерть. Мы, собственно говоря, по пыткам тоже внесли соответствующий законопроект, вот буквально неделю назад. И, конечно, там есть квалифицирующие признаки, в том числе связанные с использованием служебного положения и так далее. Но ведь совсем недавно «Единая Россия» заблокировала предложение КПРФ о проведении парламентского расследования пыток в колониях. Это история, которая, ну, как всегда, понятно, тема была горячая, они вынесли соответствующие поручения, но я вот лично считаю, что нам нужно не говорить, а что-то делать, наверное. Поэтому поручение проверить, мы, конечно, проголосовали против, но вот подготовили текст законопроекта, который внесли. Вот это, на мой взгляд, это лучше. Я, кстати, со значительной частью вот коммунистической фракции разговаривал на эту тему, и по пыткам у них нет пока решения, но, скорее всего, они поддержат этот законопроект. Это конкретное решение. Не просто вот давайте мы скажем, что это плохо. Ну, понятно, что плохо, это же ужас какой-то.
Вас и ваших коллег шокировали данные о пытках в тюрьмах? Или вы догадывались о происходящем? Ну что, именно вот до таких масштабов, думаю, что не очень. Знаете, вот еще была история, вот почему мы этим, в том числе пытками этим. Мы же в 99-м году передали тюрьмы из ведения МВД в ведение Минюста. Я вот тоже этим занимался. И, собственно говоря, почему вот с этой смертной казнью и так далее, это же все такая, все вещи взаимосвязаны. И хочу сказать, что как раз вот мы считали, что нужно разделить исполнение приговора и, собственно говоря, с теми, кто готовит к суду вот эти все там данные, и чтобы не использовали зону для того, чтобы, ну, вот эти показания, так сказать, в более благоприятных условиях получать. Но вот на определенной стадии, кстати, мы добились очень многого, потому что вот это разделение, потом мы внесли огромное количество поправок в законы, там просто сотни, я занимался этим, и мы там, я лично отменял там Бериевские, Ижовские инструкции и так далее, это все, все тоже мы делали, но надо было идти дальше. Кстати, у нас там было, во-первых, 60 копеек в день на сидельца, а во-вторых, у нас их было там 1 000 000 с лишним, сейчас уже порядка 600 тысяч. Вот, сколько там в день на сидельце, я не знаю, но уже, когда я уходил, там уже было несколько десятков рублей, ну, то есть в сотни раз больше. Вот, но, конечно, надо там это все продолжать. И камеры должны быть какие-то, ну, абсолютно понятные, и это все должно идти в какие-то сервера, не только на этой зоне, а вообще в другую совсем ситуацию. Но этим надо заниматься, вот надеюсь, что все-таки это все-таки будет. Вы подписали закон Димы Яковлева, но потом сказали, это переходный закон, он ненадолго. То есть он требует продолжения? А какого именно и где оно? Ну, я думаю, что эти все истории, они всегда носят какой-то циклический характер. И мне кажется, что если ситуация с нашими партнерами будет меняться, мне кажется, и это законодательство будет меняться. Ну вот на сегодняшний день... С учетом, ну, такой информации, которая оттуда идет, она не очень понятная и часто нехорошая. Поэтому, ну, вот было принято такое решение. То есть это исключительно политический закон? Ну, он не только политический, он касается конкретных же людей. Поэтому затрагивает права граждан. Мне кажется, что правильно, что мы это сделали через закон, а не через какие-то административные истории. Теперь это все всем понятно, что так можно, а так нельзя. Ну вот в данный момент так нельзя. Посмотрим, как дальше все пойдет. Зачем вернули уголовное наказание за клевету? Ведь при Медведева ее перевели в административный кодекс. Все забывают, что, во-первых, мы боролись в том числе с клеветой на чиновничьем уровне. Вот все, когда про клевету вспоминают, никто не вспоминает, что мы там записали историю, связанную с использованием служебного положения. Вот. И, между прочим, в официальных кругах, в том числе в Государственной Думе, это стало очень редко применяться. И когда человек выходит и всех обвиняет во всем, чем можно, всех смертных грехах, называет убийцами или ворами и так далее, это, конечно, прекратилось. Говорят, вы это сделали только для того, чтобы посадить Навального. Не думаю, что тогда я как-то думал об этом. Когда мы это готовили, я не уверен. Это он уже был, да, тогда? На плаву, это какой год, я не помню, честно говоря. Но для него точно нет, ну, исключено. А вы сами ролики Навального смотрите? Вот последний ролик смотрел. Ну, для меня, он же все-таки тоже юрист. И какие-то вещи, он же понимает, что это, ну, не очень соответствует. Поэтому мне кажется, что, ну, вот в данном случае то ли политики больше, то ли провокации больше, я не знаю. Может быть, политическая провокация, не знаю. Но я такие истории, если они мне попадаются, конечно, смотрю. Другое дело, что, ну, вот я вот этот последний ролик смог посмотреть только там за 4 раза. Вот, потому что, ну, сразу видно, здесь ляп правовой, здесь ляп, ну и так далее. И времени, и удовольствия точно никакого. Поэтому, ну, мне кажется, что это понятно, что у меня деформированные мозги правовые. Вот,
Но это же фильм, ну, рассчитан же был на что-то. Поэтому, ну, я его не могу смотреть как художественный фильм. Это же не Тарантино. Не надо трогать Конституцию. Первая советская Конституция действовала 12 лет, сталинская — 41 год, брежневская — 14, ельцинская работает уже 24 года. Есть надежда, что на этом чехарда с основными законами страны на ближайшие 100 лет закончится. Так вы говорили еще в 2017, а в 2020 стали сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Что же случилось за 3 года, что Конституцию вдруг стало надо так срочно менять? Я вам хочу сказать, что у нас есть Конституция, она состоит из разных глав, как известно. И у нас есть самая главная глава, это вторая. Это права и свобода человека и гражданина. Вот. И в ряду других глав, в том числе, допустим, первая глава, в том числе там, последняя и так далее, это те главы, которые менять нельзя. Их можно только, знаете, как поменять? Только вместе с, ну, то есть новую конституцию менять и все. Вот, что касается политических историй, связанных там с деятельностью органов власти, то они к этим главам не относятся. Поэтому мы меняли именно вот эти главы. А разве пункт об обнулении сроков президента не антиконституционен? Ведь в законе прописано, что можно только дважды становиться главой государства. У нас... Президент, у нас была дискуссия какая, можно подряд или без подряд. Соответственно, ну вот пришли к мнению, что можно сделать, как у нас сейчас там в Конституции, я уже сам запутался. Вот, у нас теперь говорится о том, что только два срока, ограничения. Раньше было только подряд. Соответственно, формулировка теперь заключается в том, что два срока и все. Неважно, пропускаешь срок или не пропускаешь. Соответственно, у нас новый появился режим вот этого возможности избрания президента. Вот. Соответственно, появилась ограничительная норма, запретительная, и она не может иметь обратной силы, и получилось так, что теперь эта норма работает заново. А что вам мешало просто убрать слово «подряд» и не прописывать возможность обнуления сроков действующего президента? У нас была такая история, в моем, в том числе, политико-профессиональном багаже, была история, когда Борис Николаевич пытался вот эти нормы менять, и тогда дело дошло до Конституционного суда. Здесь мы сделали все так достаточно грамотно, и это записано и в самой Конституции, и в переходных положениях. Ограничительная норма, она не может быть, иметь обратную силу. Поскольку в данном случае здесь ограничения как для избирателей, так и для человека, который теоретически может там выдвинуться. Так ведь? Так? Так. Соответственно, мы для того, чтобы вот это разъяснение четко в законе однозначно написать, мы написали вот эту норму и норму в переходных положениях. При подготовке поправок говорили, что чиновникам нельзя будет иметь двойное гражданство. А в итоговом документе этот запрет есть? Там круче написано. Там нельзя иметь двойное гражданство и иные документы, подтверждающие постоянное место жительства за рубежом. Это что означает? У нас путаница двойное гражданство и два гражданства. Это разные же вещи. Двойное гражданство может возникнуть только в силу международного договора, ну, у нас в стране. Ну вот. А два гражданства — это когда человек взял одно, у него есть российское, допустим, он взял еще одно гражданство. Вот. Да. Поэтому мы написали и иной документ. То есть такой запрет есть. Значит, сейчас ни у одного депутата Госдумы не может быть ни двойного гражданства, ни вида на жительство в другой стране? Совершенно точно. Это касается депутатов, это касается сенаторов. Это касается президента, это касается членов кабинета министров и так далее, и так далее. Это такое ограничение есть. Вот. Оно раньше было в федеральном законодательстве, мы сейчас это систематизировали, это у нас есть в Конституции, в законе о правительстве и так далее. Это все есть. Я уже много в Думе. Вот. И могу сказать, что еще пару созывов назад у нас были, люди это не скрывали, что вот есть это. И хвалились рецептами, как это сделать. И на самом деле это так. Я не знаю про прошлую Думу. В этой Думе у нас настолько была тщательная проверка вообще всего, чего только можно.
И про, помните, сколько было скандалов, про образование, про дипломы и так далее, и так далее. Про что только мы не писали там, есть ли у меня какой-нибудь прицеп. Я писал, что у меня нет воздушного судна никакого, понимаете, и речного тоже. Ну вот, все это мы заранее давали, это по партийной линии мы это все давали. Вот я не знаю, есть ли сейчас такие люди, у которых там что-то осталось не задекларировано, может быть, есть. Может быть, есть и там второе гражданство, но в случае выявления вот этого второго гражданства, двойного, конечно, ну, это будет основание для снятия статуса. Если бы сегодня президент попросил вас запретить коммунистов, как Ельцин в 97 году, вы бы выполнили его просьбу? Это провокационный вопрос. Я не знаю, для чего вы это делаете. Я не министр и так далее, и так далее. Вот, я считаю, что я тогда поступил правильно. И я считаю, что не только для меня, но и для государства и общества это было абсолютно правильно. Ну, знаете, вот мы утверждали, вот вы Сергея Вадимовича Степашина вспомнили, да, процитировали. Но я тоже могу сказать, раз, как говорится, передать другу привет. Вот, знаете, вот его утверждали премьер-министром, вот, и минут за 30 до его утверждения, сам Борис Николаевич его внес, минут за 30 до его утверждения позвонил Борис Николаевич и поставил вопрос о выносе тела Владимира Ильича Ленина в мавзолее. Представляете, человек сейчас идет докладывать, думаю, его должна утвердить, а ему вот тут самый главный начальник поставил такой вопрос, вот. Что сделал Степашин? Он пошел, доложил на ура, все это прошло. После этого специально встречался с президентом и убедил его, что не надо этого делать. В обществе все чаще говорят о репрессивном характере законодательства последнего времени, о закручивании гаек. Вы согласны? Ну, вот мне кажется, что у нас правовая система, она все-таки состоит из двух частей, нам надо понимать это. Даже юристы мало. У нас право делится всего на две части. На публичное и на частное. Частное – это что? Это то, что где мы все равны. Вот. Сделки, создание юридических лиц, наследование, там, семья, жилье и так далее. Вот. Это то, что мы каждый день живем, и, слава богу, мы даже не знаем, что это регулируется. А публичное – это там, где всегда присутствует государство. И, соответственно, у нас, ну, что такое, допустим, публичное, административное, уголовное, вот по поводу власти, закона правительства, выборы и так далее, и так далее. Поэтому здесь методика, она всегда разная. И совершенно очевидно, что вот эти начала, они всегда прослеживаются. Ну, вот совсем недавно мы приняли закон, поправки в ГК, где, наконец-таки, определили правовое положение и недвижимости, которая не относится к жилым. Вот совсем недавно приняли, представляете? Никому не интересно. Колоссальный, значит, блок вопросов для каждого касается. У нас суды регулировали и по аналогии с жилищным кодексом руководствовались, даже если это не жилье. Вот колоссальный блок вопросов, который мы решили. 9 лет этим занимались, вот все прошли. Надеюсь, вы это не выбросите из передачи. Дальше. Есть вот эта история, связанная с публичным правом, где своя есть жизнь, своя логика и так далее. И, конечно, вот это публичное право, оно некоторым кажется, что оно проще. Вот. И, конечно, иногда есть вот такой зуд, ну, давайте вот здесь поправим, здесь прижмем, здесь зажмем. Ну, и в частном праве, в публичном нужно просчитывать последствия. Вот. Но с точки зрения публичного права мы все это видим, и это все на слуху, все это обсуждается больше, чем вот то, чем мы живем, кстати говоря. Вот. Поэтому, ну, вот такая логика, она там присутствует, и она всегда есть. Да. И вот это подзажать, подпустить закон, который, может быть, надо было бы иногда получше проработать, это такая логика есть, да, тоже. С этим я согласен. С середины 90-х я участвовал в формировании правовой системы России и несу за нее ответственность. Ваши слова. Вам за нее не стыдно? Да, к ней очень много претензий.
Но я считаю, что вот особенно в частном праве мы очень сильно продвинулись, правда. У нас в частном праве вот гражданский кодекс, я считаю, конечно. Конечно, в уголовном праве мы продвинулись очень слабо. У нас уголовный кодекс, лоскутное одеяло, это очевидно. КУАП у нас просто какая-то, я не знаю, стена плача, потому что мы все время туда вносим поправки, они не системные. То, что Минюст сейчас новый КУАП представляет, он не лучше совсем. Вот, поэтому, конечно, вот это вот то, что вы называете репрессивным законодательством, оно у нас в таком несистемном состоянии. Но просто так, насколько мне сделать, это нужно сразу делать. И УК, и КУАП одновременно, подчеркиваю, потому что у нас есть преюдиция, когда много нарушений административных, они частично переходят в уголовный. Но КУАП тоже надо понимать, что он налагает ответственность только тогда, когда права и обязанности не соблюдены. А права и обязанности в отраслевых законах, представляете, какой конгломерат? Это, конечно, не ГК, это значительно меньшая история, но не гражданский кодекс. Но тоже огромное, и надо ей заниматься. Дальше у нас есть УИК, уголовно-исполнительный кодекс, и уголовно-процессуальный. Вот эти все вещи надо делать. Конечно, это, ну, огромная работа. У нас, кстати, в гражданском судопроизводстве, знаете, мы тоже впереди планеты всех. У нас есть гражданский процессуальный кодекс, есть арбитражный процессуальный кодекс и есть кодекс административного судопроизводства. По сути, это все гражданский процесс. Ну вот у нас появилось три кодекса. Красотища. Ну вот, поэтому еще раз хочу сказать, что если частное право у нас на таком высоком, цивилизованном, очень высоком уровне, то, конечно, публичное у нас оно в таком состоянии не очень приличном. В общем, там работа навалом. Какое время нужно помнить и не пропускать, чтобы потом не раскаиваться? Ну, мне кажется, надо все время помнить, все время своей жизни. Вот, и не пропускать. Ну, есть, конечно, истории, когда, но есть пики. Ну, вот надо принимать решения здесь и сейчас. Как узнать, какие люди для тебя самые нужные? Ой, это вопрос такой тяжелый, и вот я уже все-таки взрослый человек, мне так кажется. Вот, и, конечно, ну, конечно, это друзья, но это у меня чем старше, тем больше времени занимает понять, с кем можно вот так вот по жизни идти и доверять полностью. Вот, но их, как всегда, немного, но, наверное, не только у меня. Вот, поэтому нужны друзья и семья, ну, кто еще может быть? Как понять, какое дело изо всех самое важное? Ну, для меня право. Абсолютно точно. Кто же такой Павел Крашенинников? Я перед вами, а вы решаете, кто я такой.